На себе я ощутила кризис, это потому что мы в этом году не поехали никуда отдыхать, вот, потому что очень дорогие путевки. Ну а так, в принципе, не особо. Цены возросли, зарплаты нет. Все равно, как бы ощущается по деньгам. Где подешевле, родственники помогают, знакомые, детская одежда делится. Как-то никак, нету кризиса у нас. Раньше жили, так и жили. Не изменилось? Маленько только, если только. Хуже-то вроде не стало. В магазинах тоже не меньше берешь, потому что не получается брать меньше. Сейчас даже вдвое берешь, потому что у меня маленький ребенок. Есть другие сейчас затраты, которые также велики. На себе где-то экономишь, на ребенке ты не будешь экономить.